Мужики, всем привет! Короче, пришла посылочка из Китая. Долгожданная. Посмотрим, что там прислали. Заказывал одну штукенцию. Думаю, будет мне очень нужная в моем деле. Так, тут у нас ничего. Пакет. Такой пакет. И что здесь? А здесь, мужики, вот такие вот очки. Тоже будет запечатано. Вот такие вот, мужики, очки. Елки-палки, хотел резко пленку скинуть, не получается. Ладно, подковырнем сейчас где-нибудь ее защитную. О. И внутри еще, да, есть? Ну, конечно, есть. Некоторые вообще не снимают пленку, думаю, что так и должно быть. Вот. Взял вот такого плана, чтобы была защита и на датчике. Обязательно от искр. Вот. Как-то так. Сейчас посмотрим, работает, не работает датчик. Срабатывает. Взял специально вместо вот этой маски, потому что бывает, нужно поставить одну всего лишь прихваточку, и в таком месте, куда просто вот с вот этим шлемом не залезешь, нужно так изловчиться, изголиться там, я не знаю, там согнуться в три погибели, чтобы подлезть куда-то с маской, чтобы поставить одну точку. Поэтому вот такие вот прикупил гачочи. Во-первых, легкие, удобные. И сразу взял запасных, должно быть 10 штук. Точнее, не 10. Почему не... Не, 5 штук, все правильно. 10. 5 штук запасных пластмассок. Вот такие вот дела. Душки регулироваться должны. О, выскочило по вылету. Короче, это что-то туговато, ну разберемся. Как-то так. Работать, конечно, на постоянке возможно и можно обгореть, но где-то по мелочи за место маски очень удобно будет. В работе покажу позже. Ну вот, мужики, сейчас деталюху положил, проверял, кстати, очки. Прикольно. Ну, срабатывают, я вам так скажу, срабатывают как на настройках, на минималках, вот которые есть в маске, да, они примерно так же и срабатывают. Сейчас, впрочем, сами посмотрите. Сейчас вот так на телефон поставлю. Я думаю, видно, да? Как через них сейчас видно. Маску одену. Пультик мой волшебный. Так, где у нас там фокус? Фокус. Фокус-покус. Как-то так. Для теста пока достаточно. Не знаю, что там наснимало. Сейчас буду вместе с вами смотреть.
Вот такие дела. На лице сидят обалденно, мужики, не знаю. Нахваливать пока не буду, но как вспомогашечка, где-то нужно ставить прихватки, повторюсь. Просто много посмотрел обзоров. И вот кто занимается кузовными работами, особенно когда нужно лежать где-то под машиной, мужики, они используют вместо шлемов, они используют очки. Где-то глушак там заварить, где-то что-то прихватить, все остальное там, где-то залезть под капот, вот, как говорится, задницей кверху, головой вниз, и они используют вот такие вещи, поэтому себе тоже взял, потому что, допустим, вот когда варил внутри, вот там, вот эти вот стойку, да, и все остальное, когда задирал трактор вертикально, ну, было до того неудобно обваривать вот там гаечки, крепления, крыльев, вот, и всего остального. Вот если бы они на тот момент были у меня, ну, гаечки там, что, прихватки сделать, чтобы их ключом не держать. Приходилось нам со шлемом между вот этой рамой, между вот этими всеми вещами, ну, просто капец. А сейчас вот вспомогашечка будет обалденная. Просто обалденная. Маску никто не исключает, поэтому как дополнение вообще шикардос. Ну а в работе уже конкретно, когда буду снимать, да, все эти моменты, обязательно покажу. В комплекте, кстати, идет еще вот такая вот, мужики, резиночка. Так, чтобы они еще и не слетали. Либо там на шее болтались, да. Вот, ставится вместо дужек. Ссылку оставлять не буду, мужики. Просто зайдите на Алишку, кому надо. Там предложений тьма тьмущая, вариантов просто капец. Но я взял вот. Они есть, просто вот стекла защищают, но не защищают датчики. А я взял вот такой вот вариант, чтобы он был соцельный. То есть и закрывал еще вот эти вещи. Потому что на обзорах смотрю, ну, каплями у людей просто засрано. Хотя, как на таком расстоянии можно засрать, конечно. Это только где-то кто-то снизу варил, да, лежа под машиной, подваривал где-то что-то. Тогда еще, да, понимаю, может быть, капли и летят. Мужики одевают балаклавы, так, чтобы лицо защитить. И очень удобный вариант вообще. Балаклава у меня есть. На всякий случай. Вот, как-то так. Все, всем пока. С вами был Санек. Еще увидимся.